Самых больших дюн в Европе. Находится она во Франции, в регионе Акитен, недалеко от Бордо, примерно в часе езды. Я немножко задыхаюсь, потому что иду по большой лестнице. В общем, посмотрите эту красоту. И мы идем дальше, наверх. Так можно проверить, насколько вы спортивный. Я подготовилась, я взяла с собой резиновые сапоги. Знаешь, что я буду ходить по песочку. Сюда, мне кажется, самое лучшее для время для приезда. Это, наверное, месяц сентябрь или июнь, когда еще очень мало туристов. Примерно середина июля и август. Здесь полным-полно народов. Резиновые сапоги, которые я взяла вообще совершенно не зря, потому что по огромной горе песка очень было удобно, очень практично, вот. И совершенно беспроблемно пробежаться. Очень много таких маленьких домиков, которые сейчас закрыты. Может быть, в один день я сюда организую небольшой трип. I used to take myself out on dates. Open my own damn doors, pay for everything on my plate. Sometimes I'd even get the steak. Cause I got it like that, always had my own bag. Never needed no man to rely on. Got two good shoulders to cry on. I was alright on my own. Till I fell, but it wasn't fate. Ну вот мы в прекрасном городе Бордо. На улице прекрасная погода. Мы сейчас идем немножечко посмотреть город. Немножечко пробежаемся по магазинам, устроить себе небольшой шопинг. Просто будем наслаждаться. Thank you.
будем сейчас открывать посылку, которая мне пришла буквально вчера. Первый раз в жизни я заказала себе кроссовки. В маленьком городке, который называется Палявас. Палявас Лефлёт, по-моему, называется, если правильно. Вот. И сегодня у нас воскресенье, мы решили выехать просто прогуляться. Погода чудесная, где-то, наверное, плюс 13-15 градусов. Вот. Мы наслаждаемся зимой.